У нас есть эксперт по взрывчатке и сапер. Эксперт по взрывчатке сейчас находится в фургоне. Сапер обнаружил бомбу. Задача эксперта — давать саперу подсказки, чтобы обезвредить бомбу. Задача сапера — напоминать эксперту о времени. Бомба взорвется через 5 минут. Прием, 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 ты тут? Сапер прием, прием, на месте. Капитан, наконец, на месте, да. Давай. У меня 3 конверта, это задание. Что ты видишь перед собой? Я открываю первый. Смотри, есть 3 крутилки, есть зеленая кнопка, есть набор цифр, есть таймер, и есть азбука Морзе, и есть 4 провода. Окей. Первое задание, азбука Морзе. Отбиваем ритм 5 рядов. Первый читаю слева направо. 3 точки, 2 тире. Тройка. 3. Следующий. Тире, 4 точки, тире. Тире, 4 точки, тире. Минус. Минус. Это... 2 точки, 3 тире. Двойка. Следующий ряд. 2 тире, 3 точки. 7. Точка, тире, точка, тире, точка. Точка, тире, точка, тире, точка. Плюс. 2 точки, 3 тире. 2. Следующий ряд. 4 точки, тире. 4. 3 точки, 2 тире. 3. Тире, 4 точки. 6. 2 точки, 3 тире. 2. 3 точки, вернее, отмена. 3 тире, 2 точки. 8. 3 точки, 2 тире. 3 точки, 2 тире. Тройка. Набирай код. 1. Да. 9. Да. 1. Да. 8. Да. 5. Да. Я так понимаю, что-то происходит у тебя. Ну что-то пищит. Ты там не подорвался еще? Что-то пищит, нет. Второй конверт. Второй конверт. Открываю второй конверт. 2.40 осталось. Ты говорил... 3 крутилки тут, смотри, есть. Смотри, я вижу. Первая... Хорошо, 3 крутилки. Окей, первая — это циферблат на юго-запад. Первая, смотри, мы берем сверху, смотри. Скорее всего, правильно? По классическому пониманию, первая у меня не в ряд расположены. Сверху первая. Да, значит, юго-запад. Юго-запад. Юг-низ, запад левее. Есть. Да. Вторая. Дальше. 240 градусов. А сейчас, подожди. 240 градусов. Смотри, у нас отсчитай. 180. Да. Отсчитай 180 полный оборот. Не. Оборот. От нуля 180 это полный оборот, да. И плюс сколько получается? Еще. И плюс еще 60 градусов. То есть 45 плюс 15. Где-то приблизительно вот так, я думаю. Да, дальше. Да, 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 да. Да. Третья. Прямой угол. Что прямой угол, блядь? Вот она в прямом углу. Давай предположим, что это просто на север, да, скорее всего? Просто да. Тупо на север прямая. Или нет? Подожди, стой. Подожди, давай подумаем. Или только прямой юг. Угол. Нет. А, прямой угол это 90 нет, градусов. Угол 90 градусов точно. Господи. Как тогда его? Подожди, если это так, то это тогда вот это прямой угол получается. Да, кнопка зеленая нажимаю. На 9 часов. Все. Третье задание. На сколько часов? На 9, по идее. Почему на 9, если прямой угол? А, все, прости, все, сбиваем, все. Дальше у меня какие-то, Я кнопку жму. Жми. Ничего не произошло. Значит, все нормально, давай дальше. Все нормально, все, давай дальше. Минута. Смотри, у меня перечисление. Желтый плюс синий, красный плюс белый, синий, черный, зеленый. Это 3 разных варианта. Желтый плюс синий. Желтый плюс синий, наверное, это должен быть зеленый. У меня есть фильтры, подожди. Подожди, у меня есть очень много фильтров. У меня 4 провода. У меня, смотри, у меня розовый, фиолетовый, зеленый и синий. У меня 4 провода. Розовый, фиолетовый, зеленый и синий. Розовый, фиолетовый. Смотри, первый у нас желтый плюс синий. Это сочетание цветов.
Желтый плюс синий, значит, должен быть зеленый. Это надо зеленый. Его перекусывать, скорее всего. Да, перекусывай зеленый. Да, перекусываю. Перекусил. Красный плюс белый. Красный плюс белый. Это розовый. Это второй. Должен быть. Розовый. Это розовый. Перекусывай розовый. Да. Третий. Так время же не закончил. Вот что я говорю постоянно. Покупайте диффьюз-киты. Вот видишь, диффузы. Без диффьюз-китов. Алексей, срали. А почему ты пришел на работу без диффузов? Та да, два провода не хватило.